Вот так вот, сюда так ходим. Девочки, вот так вот учимся. Ходим, находили нам вот так. Вот так, встали и пошли, блядь. Вот так. Вот так, чтобы все чики на районе охуели, а то какая вы шикарная, вот такая вот. Спонсор этого ролика 1xbet. Самый надежный букмекер, тут большие выигрыши и быстрые выплаты. А также помимо спортивной рубрики есть киберспортивная дисциплина. При первом пополнении 1xbet дарит вам 6500 рублей. Подробности, комментарии под видео. When the moon hit your skin, I could see you and him, now you and me, that is just you and me, when the sun shines above, you wake up with you and you love, now you and me, that is just you and me. Sex with you, it's like I'm dreaming, and I just wanna hear you scream again. Now you're gonna can't believe that I spent with you, deceiving me. I don't care if you believe me, I still wonder why you tease me. I don't care if you believe me, I still wonder why you tease me. Фу, блядь, this is нехорошо. This is плохо. Там гули-гули-гули-гули, арам-сам-сам, 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 гули-гули-гули-гули, арам-сам. Что-то здесь нет бана. Это мы серьезно ебали? Боже, какая она душная, душная пизда. Ты охуел, что ли, совсем там, блядь, душная, смотри. Фу. Ты че? Фу, блядь. Ебать, он охуел вообще! Говно. Твои слова я ищу. Час? Мне к чему стремиться, а потом я хотела поебиться. Давайте посмотрим, я хочу посмотреть, можно я посмотрю хотя бы на себя, пожалуйста, можно на себя посмотрю только, ладно? Мне интересно, что он про меня скажет. Я просто в шоке. Почему существует Twitch? Что это, блядь, за дегенератизм вообще? Я охуеваю. Посмотрите на эти говнодавы, боже, пиздец. Кривые кирзяки, блядь. Ты что, из ДНР приехала? Шмойка, господи, а шнурки? Он охуел? И это какой-то масс-маркет. И тебя... Осуждаю. Ты что, не можешь просто купить себе доктор Мартинс и прожить жизнь достойно? Да, блядь, не могу, доктор Мартинс стоит 15 000 рублей или сколько, 10, ты нормальный? Пошла в Пул&Бир, блядь, за 2000 купила нахуй ботинки на Шедрэк в 2 года, блядь. Охуела. И вместо этого ты просто ходишь в каком-то говняном масс-маркете. Ты чё, охуела? Вы знаете? Блять, у меня тушь, Диор, иди нахуй. Это не проблема. Проблема вокруг. Оказывается, вокруг этого говна черного, ты... гудрона этого. Пизди, вот боже! Это говняный кроссовок. Потом у нас здесь говняный кроссовок. И довершает все. Блять, ты свою майку видела? Просто, знаешь, радиоактивная пыль. Боже, у этого кроссовка через 20 минут будет полураспад, девочки. Это просто будет полураспад. Что она несет? Боже, она еще сказала, что эти говнодавы стоят около 3-4 тысяч. Ну не знаю, дорогая, по мне они так стоят 3-4 тысячи копеек. Просто копеек, это пиздец. Это просто говно. И он вот натуре такой? Дальше открывается. Кстати, после моего обзора на сериал «Чернобыль» очень блядь, много... Блядь, сколько ты пиздишь, давай дальше. Правда? Знаешь, приехали на первые 30 минут после аварии. Она назвала свою, эти говнодавы, свои эти бутики, бусики, пиздюсики лаковые. А чё, они не лаковые? Если они лаковые, так я гетеросексуал. А в смысле они лаковые? Они реально лаковые, они блестят. У нее нет жопы. И что?
У этой бабёнки нет жопы. И что? Я? Да, у меня официально, у меня нету попы. Но это не мешает мне жить. В шоке. Я просто Чёрт! В шоке. У неё нет жопы. Блять, я в шоке, у тебя нет рта. Все, блядь, все три рта, нахуй, ты столько пиздишь, на час напиздел, блядь, видео 15 минут, он на час напиздел. Пимфест не удался, ребят, ну, типа, она, конечно, сидит перед вами передом, показывает вам свою маску, доказывает вам, какой он охуенный, но у него нет жопы. Если у тебя нет жопы, то ты просто жопа. Блин, вот она тоже кринжовала. И что у нас открывается? Боже. Больничная одежда ликвид этих. Не вытяну смотреть это так долго. К сожалению, я не вытяну смотреть это так долго, ребят. И вы меня извините, но реально, это невозможно смотреть. На эту уж мымру, блядь, которая на час напиздела. Я извиняюсь. Я уже стесняюсь своего тела после такой критики, знаете, реально. Okay.